Приветствую вас, зрители канала. Сегодня у нас на обзоре серия высокотехнологичных кораблей третьего размера от компании Crusader Industries под названием Spirit. Они были разработаны в рамках программы Starlifter и закладывались как серия разноплановых кораблей для множества задач, но меньших габаритов, чем серия Геркулес. Повествование будет вестись от военной версии данной серии Spirit A1. Это средний бомбардировщик с подвесными леерами под бомбовую нагрузку различного типа и класса. Стоимость на момент написания сценария составляет $175. Однако базовая версия под названием C1 с грузовым трюмом и более универсальный вариант стоит всего $125. Как по мне, сущие копейки для такого корабля и его потенциала. Уже к моменту загрузки этого видео на YouTube цена у C1 выросла и довольно значительно. Теперь он стоит $150, а не $125. Поэтому в конце при выводе, пожалуйста, учитывайте этот факт. Таков уж этот изменчивый мир. Когда этот обзор выйдет, точно я не знаю, поэтому если на тот момент уже есть цены в самой игре на эти корабли, обязательно черканите прайс в комментариях, я закреплю. Не забывайте поддержать это видео лайком, комментарием и в идеале можете даже подписаться, это помогает продвижению канала. Еще одно важное объявление. По моим расчетам, это видео должно выйти примерно тогда, когда у меня больше нет моего инструмента в виде компьютера, и все последующие видео — это заранее созданные работы. Причина — переезд на новое место жительства. В связи с этим мой персональный компьютер с огромным количеством доп. Оборудования, микрофон, штатив, экран и прочее были проданы, дабы не таскать это все за собой. Так как переезда в течение короткого времени будет еще не один и не два, это не моя прихоть, а так надо. Сейчас я нахожусь в процессе накопления средств на достаточно мощный ноутбук для работы. И лучший способ мне в этом помочь, чтобы я быстрее принялся снова работать над каналом, это мои странички на Boosty и Patreon. Кстати, подписчики этих страничек знали об этой информации задолго до этого видео, и именно благодаря им было принято решение сообщить о такой ситуации публично, дабы желающие помочь смогли это сделать. Переходите по ссылке в описании или QR-кодам на ваших экранах. Чем раньше я примусь за работу, тем меньше будет вынужденный перерыв на канале. Приятного просмотра. Историю или лор по своему обыкновению CIG практически не завезли, иными словами, информации очень мало. И все же кое-что накопать удалось, по сусекам, как говорится. Итак, известно, что компания Crusader Industries, помимо создания очень благоприятных условий для своих сотрудников, ценится прежде всего за корабли, использующие очень технологичные и новаторские решения. Серия Spirit не стала исключением, она берет свое начало в 2821 году. Это год выпуска первого варианта серии Геркулес. Тогда он был просто Геркулес и все. Когда данный корабль завоевал популярность и вырос спрос, Crusader решила, что необходимо создать все остальные корабли в этой серии. О Геркулесах есть обзор на канале, ссылка в описании и по подсказке сверху. В этот же год команда аналитики компании Crusader Industries уже готовила отчет по теме запроса рынка на многоцелевые корабли, аналогичные с кораблями серии Геркулес, но меньших габаритов. Это были проекты с кодовыми обозначениями VK и номер модели 1, 2 или 3. VK расшифровывается как Workspace, что означает заготовка. Ну или изделие. Позднее было принято решение, что серия Геркулес из-за размеров будет иметь наименование с числовым значением 2, а серия Spirit, которую еще даже не утвердили для производства, 1, так как кораблей меньше. Однако после успеха серии Геркулес проект серии Spirit был отложен на неопределенный срок. Компании хватало хлопот, связанных с ажиотажем на серию Геркулес, и в новых моделях она не нуждалась. Да и умелое руководство прекрасно понимало, что потянуть такой масштаб производства она едва ли сможет. Серия Spirit ждала своего часа, пока потребительский спрос на серию Геркулес упадет. В итоге утверждение на доработку, исходя из текущих запросов рынка, а затем и разрешение на производство, данный проект получил в 2880 году. Примерно в то время, когда серия кораблей Геркулес обрела свое последнее поколение корпусов Mark III. Важно отметить, что сама серия под текущим названием Spirit была дана кораблям позднее, ибо Crusader решила отойти от первоначальной традиции называть свои суда в честь греческой и римской мифологии. Серия Spirit была опущена в производство в рамках расширения программы Starlifter, которая подразумевала развитие компании и вывод ее на новые ниши рынка. В итоге Spirit'ы получили самые передовые технологии двигателей и прочего оснащения. Сразу и за короткий срок были выпущены две модели – C1 и A1. Модель C – это Civilian, то бишь гражданский, а модель A – это Army, ну то есть военный. Модель E1 вышла чуть позднее остальных. Буква модели E означает Elite, то есть VIP-корабль.
корабль для состоятельных пассажиров. Успех серии «Спиритов» был не то чтобы предсказуем, но очень тщательно вымерен. Компания знала свой потенциал и точно держала на пульсе запрос рынка. Было рассчитано, что если компания произведет подобную серию, то они покроют узкую незадействованную нишу, где востребованы суда выше классом и качеством, чем другие, но не такие дорогие и навороченные, как Origin. Вообще, компания Crusader довольно часто фигурирует как прямой конкурент компании Origin. Считаю, что это неплохая тема для дискуссий, напишите в комментариях, считаете ли вы их равносильными компаниями. По моему мнению, эти две компании некорректно сравнивать, ибо обе находятся мало того, что в разных ценовых сегментах, так еще и масштабы производства несоизмеримы. Crusader — это гигант в области строительства кораблей, имеющий огромные мощности производства, в то время как Origin на фоне нее скорее бюро-ателье, принимающее и выпускающее штучные заказы. Собственно говоря, о истории кораблей серии Spirit можно сказать, что в них есть достаточно много нестыковок и парадоксов, которые не вяжутся между собой. Полагаю, части этих неувязок некоторые заметят, а если и нет, то значит так и должно быть. Данное повествование истории немного скорректировано мной лично и не является первоначальным каноном. Мне важно было всю найденную информацию как-то упорядочить и структурировать, в противном случае была бы каша. Из-за этого некоторые факты сглажены или намеренно не озвучены. Итак, R1 Spirit. Он мало чем отличается от базового корпуса C1, но все же некоторые моменты стоит отметить. Об этом чуть далее. Спроектирована вся серия по принципу летающего крыла, то есть у них нет стабилизаторов в виде аэродинамического оперения. Простым языком, нет килей. Корпус с небольшими различиями по броневым навесам между моделями состоит из высоколегированных сплавов с большим добавлением гефастонита и незначительным долевином, а также осмия и бериллия. Это придает корпусу достаточно высокую прочность от воздействия перипетий внешней среды, но практически никак не защищает от прямых попаданий баллистического и энергетического оружия. За исключением уже упомянутых элементов брони из других сплавов, акцент защиты у всей серии смещен в сторону щитов. В длину корабль составляет 47,5 метров, в ширину 44 метра, а в высоту 10 метров. Наиболее подходящий по габаритам самолет — это довольно современный и один из последних от компании Boeing серии 737 MAX 10, который в длину составляет 43,8 метра. Ну и футбольное поле по традиции. Вообще габариты спиритов, исходя из отзывов пилотов, довольно токсичны по причине того, что они впритык помещаются в ангары своего типа размера. При вылете или посадке от края крыльев до створок ворот ангара остаются считанные сантиметры, пишет один из пилотов. На деле там по обе стороны по 2 с лишним метра, но да, ощущается он довольно тесно. И все же объективным замечанием я это назвать не могу, ибо звучат такие замечания, как жалоба некой леди за рулем, которая просит мужа припарковать ее тачку во дворе, потому что она сама не может. Права получили, значит, должны уметь. Жестко, но объективно. Носовая область корабля представляет собой довольно сильно заостренный корпус, придающий существенный прирост скорости благодаря своей аэродинамической форме. Помимо этого, в этой зоне также можно наблюдать узел дозаправки слева по борту у стыка крыла и маневровые двигатели. Каждый такой движок выдает до 1,998 меганьютона усилия и расходует 3,5 литра на меганьютон. Очень мощные и довольно экономичные двигатели. Над кабиной видны некие ниши, аналогичные как в серии RS, где находятся компоненты, но в данном случае там ничего нет. Летали под текстурами, проверяли. Просто красивые элементы, а жаль. Тут же под носом находится подвесное курсовое вооружение на встроенном гимбальном подвесе, состоящее из двух лазерных канонов от компании Behring серии M модели 5A. Точно такое же вооружение находится под закрытыми нишами сверху корабля. Далее расположены крышки спасательных шахт. А чуть позади находятся закрытые ниши ракетных подвесок. По дефолту на A1 Spirit установлено 4 ракеты 3-го размера от Firestorm Kinetics модели Arister. Они имеют тип наведения по поперечному сечению, урона в 2526 единиц и сплэш радиусом 4,9 метра. Сверху по центру корпуса находится декоративный круглый элемент. Вот как ответили разработчики на вопрос, что это такое, одного из игроков. Круглая тарелка сверху — это всего лишь эстетическая особенность. Правило крутости, не приносящее никакой пользы игровому процессу. Прямая цитата и вопрос у вас на экране. Но я предпочитаю говорить про такие элементы, подготовленные за дело на будущее. Если разработчики захотят воткнуть этому кораблю более мощный радар, то не надо будет объяснять, где он находится. Поэтому просто заложенный визуально потенциал. Чуть позади этого потенциала находится рельсовый лафет, на который установлена одна дистанционная турель с двумя лазерными канонами 2-го размера от компании Behring серии M модели 4A.
Эта турель способна принимать подкормовое положение, например, для защиты корабля во время погрузки-выгрузки провизии или своего основного боекомплекта в виде бомб. Управляется турель отдельным членом экипажа. На крыльях, помимо различных элементов аэродинамического управления, есть по одному мощному двигателю на каждое крыло системы VTOL, выполняющая по совместительству роль боковых маневровых. Благодаря этим двигателям в выключенном режиме VTOL все спириты очень хорошо делают стрейфы. Вообще система VTOL у всей серии довольно интересная. Часть двигателей встроены в корпус, являются фиксированными и расположены рядом с маневровыми, буквально в одной ячейке. Другие отдельно, в корме. Когда как крыльевые двигатели выполняют сразу две функции – маневровых и VTOL. Очень продумано и элегантно. Все в стиле компании Crusader. Все параметры двигателей VTOL у вас на экране. Также в крыльях расположены два двигателя реверса с каждой стороны. Каждый такой движок выдает по 4,998 меганьютона усилия каждый и расходует до 30 литров на меганьютон. Мощно, но не очень экономно. Прежде чем говорить о маршевой системе, предлагаю вам сейчас поставить видео на паузу и сказать, сколько двигателей вы видите. Если кто-то ответил, что их 8 или 2, ни те, ни другие не правы. Их всего 10. И казалось бы, где 9 и 10 двигатель? Сейчас все покажу и расскажу. Как уже многим известно, одна из ключевых особенностей компании Crusader – это очень прогрессивные современные двигательные системы. У них в своей штаб-квартире на Crusader даже отдельно выделен демонстрационный стенд с голографическим изображением двигателя. Как и в других кораблях от компании Crusader, в серии Spirit установлено 10 мультифлекторных плазменно-водородных двигателей, имеющие тип отработки топлива, основанный на ядерно-фотонных вспышках последнего поколения. А если внимательно присмотреться к маршевым расширителям, то можно заметить, что помимо 4 радиальных сопловых расширителя, есть еще один, опоясывающий вокруг этих 4. И это как раз таки и есть те самые 9 и 10 двигатель и их сопла. Очень интересное решение, как по мне. Таким образом, на каждую мотогондолу приходится по 5 самостоятельных независимых двигателя первого размера. В сумме получаем 10 движков, выдающие по 3,196 меганьютона усилия каждый и сжигающие по 2,5 литра топлива на меганьютон. Просто эталонные движки по КПД, минимум жгут топлива и максимум усилия. По полетным характеристикам, которые у вас на экране, можно сделать вывод, что спириты очень хороши в управлении. В атмосфере они чувствуют себя более чем комфортно. Никаких лишних кренов или сваливаний на больших скоростях, как, например, у катлсов, нет. Крейсерская и максимальная скорость, как можно заметить, тоже весьма неплохие. Поясню, что многие пилоты считают прямым конкурентом этой серии, и в частности модель C1, о которой мы поговорим отдельно далее, именно Cutlass Black или Freelancer. Хотя бы потому, что они в одном ценовом сегменте. Но по факту корабли от Drake и Misk очень сильно отстают по многим показателям от серии Spirit. Под брюхом у А1 расположены закрытые шахты для 10 фугасных бомб 5 размера. Модель бомб называется Storm Bust. Каждая такая бомба имеет урон в 42 702 единицы. И по итогу выходит, что А1 несет на себе бомбовую нагрузку, суммарно наносящую 487 тысяч единиц урона и покрывающую область, равную в 3 140 000 метров квадратных. Рядом с бомбовыми шахтами слева по борту под крылом находится основной заправочный узел корабля. В кормовой части под кораблем находятся уже упомянутые задние двигатели системы VTOL, а также видно неприкрытые элементы топливоснабжения, которые являются типичным решением от этой компании. И, наконец, основная задняя аппарель в корме, служащая входом-выходом. Над этой аппарелью находятся кормовые лепестки стабилизаторов. Аналогичные можно увидеть и на моделях серии Геркулес. Self-destruct корабля занимает 45 секунд, а радиус поражения 80 метров. Обзор у корабля хороший. Традиционно компания Crusader использует монолитное сплошное остекление без поперечных и продольных перемычек, что очень радует. Но в этом обзоре есть нюанс. Разработчики его скорректировали таким образом, чтобы очень пологая форма самой кабины и еще носовая часть корабля не мешала обзору. Из-за этого, когда вы занимаете место в серии Spirit, камера незаметно для игрока приближается примерно до 50 мм. То есть вид из кабины можно расценивать не как обычный угол обзора в 95, скажем, миллиметров, как у меня выставлено, а 50 мм, то есть такое же фокусное расстояние, как видит человеческий глаз. Что это все означает? Это означает, что при парковке корабля вы столкнетесь с ощущением, что уже вот-вот можете впечатать нос во что-либо. Однако на деле там будут еще значительные десятки метров. Поэтому при парковке корабля смело подлетайте почти вплотную к задней стенке ангаров. Таким образом вы обнаружите, что до нее еще довольно далеко. Такая вот особенность.
Для пилота доступно всего два многофункциональных монитора, что, на мой взгляд, недостаточно. Радар 3D типа расположен справа от пилота по потенциальному центру самой кабины корабля между пилотами. Индикаторы предупреждения находятся над двумя экранами. Зона мостика никак не отделена от жилой зоны, поэтому сразу позади пилотов находятся по две кровати с каждой стороны, которые также выполняют функцию спасательных капсул с отстрелом вниз, крышки шахт которых мы видели с вами ранее. За кроватями находится зона с нишами под скафандры, а также стойки под оружие с одной стороны и небольшая зона для приготовления пищи с душевой и туалетом с другой. Следующий отсек корабля отделен с двух сторон дверными проемами. Это инженерная зона с некоторыми, а точнее с четырьмя компонентами корабля. Тут находятся ниши под радар, авионику, гравитационное ядро и систему жизнеобеспечения. Следующий отсек – это бомбовый трюм. Тут находятся 10 тех самых фугасных бомб, подвешенные на специальных креплениях. Крепления, по задумке разработчиков, могут быть заменены на другой тип, под другие бомбы. При активации створки бомбовых люков открываются и корабль производит сброс. А один имеет возможность сбрасывать бомбы каскадом, по 5 штук за раз. Так называемая ковровая бомбардировка. В углу этого отсека находится неопределенная инженерная панель. На момент осмотра корабля она не работала. Если уже работает, черканите в комментариях, что она делает. Далее в следующем кормовом отсеке, разделенной многостворчатой дверью, находится основная часть компонентов корабля в своих нишах. На А1 Spirit установлена. Один военный щит класса C второго размера от компании Gordon Defender Industries модели Full Stop, способный поглотить до 9000 хп, имеющий надув 500 хп в секунду за 18 секунд. Один военный кулер класса B второго размера от компании Aegis модели Boreal, отводящий до 4800 условных единиц тепла в секунду. Одна военная энергоустановка второго размера класса B от AM&D Risi Corporation модели Ultra Flux, вырабатывающая 10000 единиц энергии в секунду. И военный квантовый двигатель класса B второго размера от компании Vitek модели Jaeger, способный разогнать корабль до 248 286 км в секунду и потребляющий при этом до 22,9 литров на миллион километров. При объеме квантового бака А1 Spirit в 3750 литра на таком движке удастся пролететь всего 163 с лишним миллиона километров. От Земли долетит до Солнца, и все. А там запекаться. Обратно уже никак. Если говорить про Star Citizen, то я больше не буду вам указывать расстояние от планеты до планеты, ибо в скором времени все они, судя по всему, начнут вращаться, как и должны. А это уже очень большой разбег по расстоянию. Вместо этого я просто скажу, что для Стентона этого двигателя будет вполне хватать, но заправляться придется часто. А вот в Pyre или уж тем более в системе Nix, например, придется трудновато. Поэтому сами решайте, к чему привыкать. Быстро, но не экономично, или медленно, но экономично. Все зоны внутри корабля управляются сенсорными панелями. На них находятся кнопки блокировки дверей, а также управление трехпозиционным освещением. Основное или посадочное освещение, полетное или приглушенное и аварийное. Кроме того, зона открытия задней аппарели подсвечивается, дабы зазевавшимся не прилетело по голове этой аппарели. Очень удобно. Переходим к модельному ряду, который состоит в сумме из трех моделей. С моделью А1 мы познакомились, теперь очередь C1. Это гражданская версия корабля с незначительными отличиями по броне, а также наличием довольно вместительного грузового отсека. Что касается брони, то ее у C1 по ТТХ заявлено меньше, чем у модели А1, но на данный момент никакой разницы в этом нет. Если говорить про внешние отличия, то это отсутствие декоративного элемента в виде тарелки сверху, и вместо дистанционной турели на этом месте находится дистанционный тяговый луч для упрощения загрузки корабля. По вооружению и общим показателям ТТХ они одинаковые, за исключением бомб. Как я уже упомянул, вместо бомбового отсека в кормовой части у него находится простой грузовой трюм на 64 СУ груза по цифрам. По факту же сюда можно впихнуть чуть больше. Что касается техники, то тут все намного интереснее. И это сейчас будет еще один аргумент в пользу этого корабля по сравнению с конкурентами. Но прежде, владельцы Катласа, подскажите, пожалуйста, сколько наземных машин Грей Кэт Рок влезает в ваш корабль? Одна? Может быть, кто-то
кто-то мог исхитриться вместить две, но я не уверен. А теперь вопрос к зрителям. Ваше предположение, сколько таких Rocket Rock влезает в C1 Spirit? Одна, две, ни одной? Я знаю, вы скажете 4. И будете правы, 4 машины Rocket Rock влезает в C1 Spirit. Однако, если хорошенько постараться и поиграть в Tetris, то можно уместить и 5 машин. Ну а если это все дело утрамбовать, то и все 6 Rocket влезает в грузовой отсек C1 Spirit. Правда, после такого уже проблематично будет пройти в кабину, но если у вас есть пилот внутри сидящий, то это не проблема. Правда, я не знаю, при каких условиях нужно столько рейкетов в одном корабле, но все же. Я уж не стал считать, сколько туда влезает каких-нибудь мулов. Уверен, что если сложить штабелями под завязку, то штук 40. Внимание, настоятельно не рекомендую проводить такие манипуляции с погрузкой невпихуемого в корабль, ибо это чревато последствиями. Либо сам персонаж откиснет от внезапно слетевшей из катушек машины, либо корабль взорвется. А знали бы вы, как я избавлялся от этих машин. Ну да ладно, это все трудности в рамках блогерского дела, на что только не пойдешь ради информации. Ни одна машина Rocket в видео не пострадала. В общем, грузовой отсек и вообще общий потенциал корабля C1 Spirit значительно выше, чем у его конкурентов, а цена за реальную валюту примерно такая же. Что касается тягового луча, то его управление осуществляется вторым пилотом. Сначала надо включить его питание, данная кнопка находится на центральной панели, а затем под правым монитором либо переключить положение вверх или низ этой балки и потом нажать на нижнюю функцию. Чтобы захватить объект, используйте левую кнопку мыши, чтобы вращать объект, зажимаем и удерживаем английскую букву R, и затем вращаем мышкой объект, а чтобы приблизить его или отдалить, нужно нажать и удерживать левый Alt и регулировать расстояние колесика мыши. За приближение самой камеры отвечает клавиша Z. Советую, если будете размещать машины типа Rocket Rock, то паркуйте их спиной вперед. Тамбрил Шторм не влезает, можете даже не пытаться, как и P-52 Merlin, хотя если ему сломать крылья, то может и влезет, но зачем это может кому-то понадобиться, не знаю. Ну и последняя в серии модель E1. E означает Elite, как я уже говорил в начале. Это корабль пассажирских перевозок высокого класса. Сверху вместо крышки у него находится надстройка с панорамным остеклением. Это пассажирский салон на 6 персон. Внутри находится закрывающийся купе с персональными мониторами, одним диваном или широким креслом и столик. По описанию, у пассажиров в доступе будет также туалет и душ, находящийся на нижней палубе. На момент написания сценария данный корабль еще не вышел, поэтому если к моменту выхода видео о нем стало известно чуть больше, или CIG и вовсе его выпустили, то, пожалуйста, напишите интересные факты в комментариях. Самый полный и структурированный коммент я закреплю под видео, как справку для будущих зрителей. Заранее благодарен. Вместо тягового луча на рельсовом лафете у него стоит такая же дистанционная турель, как и у А1. Больше о нем пока что ничего не известно. По итогу мы получаем 3 корабля, покрывающие довольно большой спектр задач для пилотов. В серии нет моделей, предназначенных для исследования, хотя в некотором роде часть игроков могут посчитать модель E1 подходящей на эту роль. Но это не так, ибо полноценные корабли класса исследователь — это специализированные суда с большим количеством дополнительного и сложного оборудования, включая в некоторых случаях дроны. Поэтому для этих целей Crusader не помешало бы выпустить и 4-ю модель. Но имеем, что имеем. А1 — это вполне себе неплохой, маневренный и быстрый бомбардировщик. Кроме того, вся серия неплохо вооружена. 4 ствола 4 размера, плюс на 2 из них еще и турель. Это вполне неплохо и подходит под большинство боевых задач. Но целенаправленно драться в догфайте против других игроков на них не стоит. Все-таки это не истребители, да и не созданы они для этого. Что касается модели C1, то это, на мой взгляд, лучший корабль такого типа размера и класса в данной ценовой категории на сегодня. У него есть все, что нужно, неплохое вооружение, вместительный грузовой отсек, жилая зона со всем необходимым минимумом и относительно небольшие габариты, вкупе с неплохими полетными показателями. Всем универсалом универсал. Лично я приобрел себе такое и ничуть не жалею. На момент повествования уже налетал на нем кучу времени, выполняя различные задачи. Официально заявляю, что теперь именно C1 является любимым кораблем на сегодня в Star Citizen для меня. Я точно могу рекомендовать вам именно модель C1, так как вместе с этим кораблем мы прошли уже огонь и воду и все вот это. Что касается А1, то тут и понятно из его назначения, что корабль довольно узкоспециализированный. Трюма у него нет, хотя никто не мешает туда что-то засунуть, ибо место есть. А вот бомбами пока что вы будете пользоваться раз в 5-летку.
Что касается Е1, то его еще надо изучать, и желательно в рамках его же геймплея перевозка пассажиров. Пока что о нем сказать нечего, но уверен, что он также будет очень распространен в игре, занимая нишу между элитными Origin и простыми мисками или дрейками. Кстати, опробовать эти корабли вы можете, не вкладывая свои кровные. Для этого достаточно вступить в нашу корпорацию, уверен, многие пилоты вам спокойно предоставят их для проката. Переходите на наш Discord-канал по QR-коду у вас на экране и по ссылкам в описании к этому видео. Там же вы можете найти меня лично. И если у меня будет свободное время, я с удовольствием вам презентую C1 и дам прокатиться. Спасибо за просмотр, это был обзор многоцелевой серии кораблей Spirit от компании Crusader Industries. Всем пока!